Приветствую вас на нашем канале. Сегодня я хочу приготовить десерт из клубники. Начался уже сезон клубники. Куда мы без него? Нам нужно готовить. Для нашего десерта мне понадобится 500 грамм творога, клубника грамм 400. У меня здесь такая мелкая, потому что мы ее будем крошить, мельчить и так далее. Сметаны 500 грамм, 200 грамм сахара, 100 грамм водички, 1 чайная ложка ванильного сахара и 30 грамм желатина. Для начала нам нужно замочить желатин. Вот в этой водичке туда высыпаем и смешаем все. Все отставляем, пусть оно набухает. Дальше нам понадобится творог. Сюда мы выкладываем сахар и сметану. Определяемся, какую клубничку мы сюда забрасываем, а какую мы будем делать кусочками. Сейчас отложим ее. Давайте в этот стаканчик отложим клубнички нам, чтобы мы ее потом кусочками покрошили. Ну, так примерно. Все остальное мы будем измельчать блендером. А, ванильный сахар чуть не забыли. Тоже сюда. Перебиваем блендером. Все. Все однородненько. Сейчас будем измельчать нашу клубничку. Как хотите. Хотите кубиками, хотите еще чем хотите. Вот так вот. Порезали. Теперь будем растапливать желатин. В микроволновке я сейчас его поставлю на 20 секунд. Потом буду по 10 секунд растапливать, пока он полностью не растопится и не станет жидким. Желатин полностью растаял. Я его, получается, сначала 20 секунд, а потом 4 раза по 10 секунд растапливала. И все время хорошо перемешивала после каждого раза. Наблюдала. Ах, тут пришла мне идея такая. У меня лежат, вот, лежат без дела, так скажем. Я думаю, добавлю их сюда. Они, конечно, не были заявлены, но что им лежать? Решила, что нужно добавить. Я их сейчас тоже порежу и добавлю. Ну вот, порезали. Теперь я буду желатин вылью сюда. И хорошо-хорошо перемешаю. Желатин горячий, а вот это суфле, как это назвать, вкусняшка, она холодная. Поэтому я немножко добавлю вот сюда, чтобы смешать. Чтобы не было такого резкого перехода по температуре.
и хорошо перемешаем. Теперь уже будем добавлять кусочки наши. Все, красотища. Сейчас перельем в форму и поставим в холодильник. Форма наша, застилаем ее пленкой. Чтобы пленка хорошо прилипала к форме, я ее смочила. Я имею в виду форму. Примерно так. Хорошо. Теперь будем выливать. Ставим в холодильник. Ну, минимум часа на 4-5, а лучше на ночь. Все застыло. У меня простояло где-то на часов 5-6 в холодильнике. И сейчас будем доставать. Здесь было пленочкой все накрыто. Соорудила вот такую вот подставку из картона. Будем сейчас переворачивать. О, красота. Вот такая вот вкусняшка у нас получилась. Я хочу ее еще немножко украсить. У меня здесь клубнички еще остались. Шоколад вот растапливаю в теплой водичке. Сейчас что-нибудь придумаем. Хочу разрезать просто пополам клубнички. Ну, примерно так. Пакетики сейчас отрежу маленькие. И будем просто поливать шоколадом. Сейчас разрежем и посмотрим, какую красоту мы получили в результате. Сейчас достану. Посмотрите, какая красота получилась. Очень красиво. Вот видны все наши ягодки. Сейчас попробуем. Красотища. Очень вкусный, нежный десерт. Очень вкусный. Остановиться невозможно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всего вам доброго!